6600 новосибирцев заболели гриппом и ОРВИ в новом году, но эпидемиологический порог пока не превышен. Однако в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заверяют, что контролируют ситуацию. Статистика заболеваемости в городе – 42 инфицированных человека на 10 тысяч жителей. Это на 35% ниже эпидпорога. Как отмечают инфекционисты, новосибирцы лишь в единичных случаях заболевают вирусами гриппа, которые вошли в состав вакцины для этого сезона. Что, по мнению врачей, доказывает эффективность прививок. Медики предупреждают, при первых признаках заболевания не нужно заниматься самолечением, нужно обратиться в поликлинику.